«Черри Тига 7». 2020 года выпуска. Пробег 47 тысяч километров. Передний привод. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Мощность двигателя 147 лошадиных сил. Автоматическая коробка переключения передач. В комплектации автомобиля. Отделка рулевого колеса кожей. Рейлинги на крыше. Бортовой компьютер, датчик света, датчик давления в шинах, обогрев зеркал, многофункциональное рулевое колесо, розетка 12 вольт, камера заднего вида, электрообогрев форсунок стеклоомывателей, обогрев лобового стекла, крепление для детского кресла и софикс, электропривод крышки багажника, подогрев руля, подогрев передних сидений, дистанционный запуск двигателя, зеркала заднего вида с электроприводом, электроскладывание зеркал, передние электростеклоподъемники, задние электростеклоподъемники –